Это в продолжение веселой темы. Вайшнавы, они же как дети, и я прошу вас тоже в этом поучаствовать. Это вайшнавские загадки. Слышали меня, да? Да, вайшнавские. Хоть невидимый бывает, душу плотно покрывает. Параматма. Майя. Майя, конечно, Майя. Параматма, да, она душу плотно покрывает. Есть во всех она сердцах, птицах, рыбах, мудрецах, посылает наставления, память, знание, заблуждение. Параматма. Да. Беспощадный суд вершит он над теми, кто грешит. Тимураж. А его посланник ловкий вьет из грешников веревки. Да, и Матуты. Вырос дюжий великан, перепрыгнул океан. Все такие умные ученые. Поле, где сражались много, где звучала песня Бога. Курукшетра. Вечно славить он готов Кришну тысячами ртов. Анантешеша. Остров тот лежит века в океане молока. Шведа-двипа. Ну, а чем многие знают, сеточку белую, Шведа-двипа. Видя все людские беды, написал четыре веды. Знает этот целый мир без пир, не пир. Мне не разошлись без халавы, я знаю. Курдас очень любит халаву. Те, кто нас от бед спасут, и кому цветы несут. Сегодня, да, сегодняшний праздник. Наш Бог. Чей обед всего таков, повторять 16 слов. Преданный вайшнав. По Арбату строй идет, песню Господу поет. Да. Ваньке, Петьке, Сеньке, Гришке всем раздал о Боге книжки. Зацепила душу ловко, привязала, как веревка. Век, где нет совсем доверия, век вражды и лицемерия. Кали-юга. Что за век, скажите, дети, где любовь? Скажите, дети, где любовь, родители? Садик. Кришне дорога она, расцветает у окна. То, что в жизни нам мешает, продвижение решает. Ну, можно сказать, аппарат янархи. Утомляет среди дня вся пустая болтовня. Дорогие преданные, пять.